На языке цветов тюльпан означает объяснение в любви. Об этой любви существует легенда о персидском принце Фархаде, который был безумно влюблен в прекрасную девушку Шерин. Он мечтал о счастливой жизни с любимой. Однако завистливые соперники пустили слух о том, что его возлюбленная убита. Обезумевший от горя Фархад сел на своего резвого коня и погнал его на скалы. И разбился насмерть. Так вот, в том месте, где кровь несчастного принца попала на землю, выросли яркие красные цветы, тюльпаны. Поэтому символом страстной любви являются тюльпаны. Так грациозны, так божественно милы, непревзойденно выглядят тюльпаны, предвестники рождения весны, прекрасные, словно сердце милой дамы, неповторимы формы их подчас, в решениях Творца вольны и смелы, не оторвать от форм волшебных глаз, их все черты продуманы умело. Заложником красы их можно стать, в них можно, не почувствовав, влюбиться, в раз голову навечно потерять, всей красотой нельзя не обольститься. Тюльпаны — это дивные цветы, кто раз увидел, чары их познает, от всей непревзойденной красоты душа и сердце просто замирает, поклонников на миллионы счет, и это все не выдумка, а правда, преподают нам красоты урок, в тюльпанах все божественно прекрасно.